Делам светским. Сегодня Киров посетила делегация из Йошкар-Олы. Бизнесмены и политики подписали первое соглашение о сотрудничестве. Какие возможности открываются перед нашими регионами, расскажет Сергей Игнатьев. Первые упоминания о наших южных соседях датируются концом 16 века. Основав древний Красный город, ныне столица Йошкар-Ола, маринский народ начал летопись своего края в центре Волговятского региона. Сохранив свою неповторимость, марийская земля по-прежнему манит туристов из Кирова. Возможно, поэтому первыми шагами на пути крепкой дружбы уже на законодательном уровне стала сфера туризма. Очень приятно встретить вот делегацию наших соседей, потому что у нас очень много общего, у нас есть что рассказать друг другу. И вот сегодняшняя наша встреча, а я думаю, что в последующем мы будем общаться более тесно, она позволит нам решить многие вопросы. Чернильное перо французского мастера ждет своего часа. Подобных соглашений о сотрудничестве двух регионов в Кирове никогда не подписывали, поэтому к подготовке исторического момента подошли со всей серьезностью. Сам документ, по сути, носит характер вводного. В 6 пунктах закреплены основные канвы деловых отношений двух субъектов страны. Дальше продолжится работа и обмен, значит, делегациями и теми, значит, наработками, которые имеются у вас, то ли в области туризма, то ли спорта. И тот опыт, который имеется в любом городе, значит, будет внедряться у себя. Зачем запретят велосипед, когда он уже изобретен и сделан? Значит, то, что доработать, дополнить в каждом городе. В Кирове гости пробудут 2 дня. 3 июня депутаты из Йошкар-Олы будут знакомиться с системой органов местного самоуправления в Первомайском районе. Они намерены внедрить подобные инновации в управлении и у себя в регионе. Впрочем, не останутся без внимания партнерские отношения в сфере спорта, культуры, а также дорожной отрасли, а еще образование и медицины. Для политиков это прорыв, а для кировчан – возможность узнать больше о своих южных соседях и не ассоциировать их только с банками знакомой тушенки и выступлениями театра оперы и балета Республики Мариэл. Сергей Игнатьев, Сергей Щекин, Вести, Киров.